Здравствуйте, дорогие друзья, на связи Дмитрий Николаев, и я всех вас приветствую на своем канале. В сегодняшнем уроке мы поговорим о том, каким образом можно увеличить скорость работы наших интернет-браузеров. Сегодня мы будем с вами рассматривать самые популярные интернет-браузеры. Это Google Chrome, Mozilla, Opera и Internet Explorer. Итак, с помощью чего мы будем увеличивать скорость работы? Конечно же, это будет происходить очистка интернет-браузеров. Чистить мы будем кэш и куки. Итак, давайте начнем с браузера Google Chrome. Для того, чтобы очистить кэш и куки, мы должны перейти в настройки. Итак, открываем интернет-браузер Google Chrome. Нажимаю вот на вот это меню, выбираю инструменты и выбираю раздел «Удаление данных о просмотренных страницах». Далее здесь появляется такое всплывающее окошечко, в котором надо выбирать раздел «За все время». И, в принципе, я выбираю все галочки. Если вы не хотите, чтобы очищались сохраненные данные в автозаполнении форм, в принципе, эту галочку можно снять. В общем, я выбираю все галочки и нажимаю «Очистить историю». И наша вся история, включая куки, кэш, полностью сейчас очищено. Также вызов очистки истории подразумевается как кэша, так и куков. Можно вызвать с помощью клавиатуры, нажав на клавиши Ctrl, Shift и Delete. После чего открывается это же окно и очищаем всю историю. Раз в месяц советую вам всем это делать. Итак, сейчас мы переходим к браузеру Mozilla. Итак, я открыл свой браузер Mozilla и перехожу в настройки и еще раз настройки. Здесь выбираем раздел «Приватность». И вот здесь, возможно, вы хотите очистить вашу недавнюю историю. Нажимаем на нее и вот теперь выбираем, за какой период мы хотим очистить вот эту самую историю. Я выбираю все, я ставлю все галочки и нажимаю «Очистить сейчас». Спустя некоторое время окошечко исчезает, тем самым оповещая нам о том, что вся история и куки, кэш в целом очищен. Также можно выбрать «Удалить отдельные куки», но как мы видим, мы уже очистили все куки, всю историю с помощью вот этой первой ссылочки, и поэтому, естественно, во второй ничего уже не будет. То есть полностью интернет-браузер Mozilla очищен. Нажимаем ОК. Ну и теперь переходим к чистке интернет-браузера Opera. Итак, я открыл свой браузер Opera. Нажимаю на вот это выпадающее меню, выбираю другие инструменты и очистить историю посещений. Выбираю с самого начала, выбираю удалить все и выбираю «Очистить историю посещений». После чего идет очистка как истории посещений, также и куков, также и вот кэша. И спустя некоторое время также окошечко исчезает, тем самым оповещая нас о том, что полностью вся история, полностью все куки и весь кэш очищен. Естественно, после этого интернет-браузер будет намного быстрее работать. Итак, переходим к четвертому браузеру, это Internet Explorer. Итак, я открыл Internet Explorer, нажимаю на вот эту шестереночку и выбираю пункт «Безопасность» и «Удалить журнал браузера», где выпадает также окно, в котором есть разделы, которые можно выбрать или убрать выделение, то есть никаких действий выполняться не будет. Значит, я ставлю журнал загрузок, данные веб-форм, пароли и данные фильтрации. Все галочки для полной очистки я оставляю. Далее, вот тут вверху «Сохранить данные избранных веб-сайтов». Если у вас есть какие-то веб-сайты в разделе «Избранные», а ниже закладки, то оставляйте эту галочку. У меня же ничего такого нет. Я снимаю эту галочку и нажимаю кнопочку «Удалить». У нас появилось вот это уведомление, и Internet Explorer также полностью очищен. И хочу сказать, что в браузере Яндекс куки история в целом полностью удаляется точно так, как и в браузере Google Chrome. Не забывайте чистить свои браузеры, потому как они очень даже сильно забиваются и после чего начинают тормозить, простыми словами. С вами был Дмитрий Николаев. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всего всем хорошего. До скорых встреч. Спасибо, что досмотрели это видео до конца.
Подписаться на мой канал можно прямо отсюда, нажав на вот эту кнопочку «Подписаться» или с главной страницы моего канала, как показано вот тут. Делитесь, пожалуйста, этим видеороликом в социальных сетях со своими друзьями, как также показано вот тут. Перед вами плейлисты на все мои ролики. Выбирайте интересующий вас раздел, нажимайте на него, и вы перейдете к полному списку всех моих видеороликов. С вами был Дмитрий Николаев. Всего всем хорошего. До скорых встреч.